Расплатимся с долгами. Область выделила нашему городу деньги на погашение кредитов. Кроме того, останутся средства на повышение зарплаты бюджетникам. Об этом сообщили сегодня на внеочередной сессии городского собрания депутатов. Внеочередная сессия состоялась, потому что область выделила МИАСу дополнительные средства. Нужно было утвердить изменения, внесенные в бюджет города. Сумма довольно большая – 200 миллионов рублей. Губернатор области ясно дал понять, что эти деньги должны пойти на погашение кредитов, которые город брал в 2010-2014 годах. С чем были связаны эти кредиты, вы все прекрасно знаете. Модернизация здравоохранения была проведена на 86 миллионов рублей. Были созданы на 35 миллионов рублей дополнительные места в детских садах, программу «Доступное и комфортное жилье», переселение граждан на 31 миллион рублей и выполнение указа президента по повышению заработной платы 140 миллионов рублей. Нужные траты? Да, нужные. Помимо денег на погашение кредитов, МИАС получил из области и дополнительные средства. 12 миллионов на повышение зарплаты бюджетникам, более 5,5 миллионов на благоустройство округов. Также впервые выделены средства на поддержку общества инвалидов и совета ветеранов. Хватит денег и на капитальный ремонт кровли в школе номер 21. За изменения в бюджете МИАСского городского округа проголосовали все депутаты.